Только через знания приходит успех. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ирина Клейн. И сегодня я хочу осветить для вас очень интересную и актуальную тему. Что нужно сделать, какие действия провести, чтобы ваше видео, ваш новый ролик, ваше новое бизнес-предложение сразу выстреливало. Итак, приступим. Открываем какое-то видео, которое вы создали. Я уже использую то видео, которое я уже продвинула. У меня, видите, просмотры есть. Но вы на это не обращайте внимания. Что нужно делать? Во-первых, вы создали видео. Вам нужно обязательно скопировать название и вставить, видите, я его уже вставила, значит, вставить в комментарии, сразу же сохранить, где, в бизнес-школе я сохранила, добавить каких-то, может, несколько слов к названию, я добавила это необходимо всем ютуберам, и обязательно отправить. И в то же время вам нужно первый прогон ролика сделать самим. Видите, я запускаю свой ролик, и он все 5 минут должен пройти у меня. Я должна просмотреть его. Далее мы обязательно ставим класс. И следующий наш шаг – поделиться. Как вы видите, здесь выстроилось много значков. Мы делимся везде, во всех сетях. Допустим, «Одноклассники» нажимаем «Опубликовать». Значит, все-все сети, где вы зарегистрированы. Если не зарегистрированы, то нужно это сделать обязательно. Видите, здесь продолжение идет. Пожалуйста, вот в Twitter можно. Ну, я не буду заходить, потому что у меня код на телефон приходит, чтобы не занимать время. Facebook. На Facebook отправим. В общем, мы делимся во всех сетях. Пройти все до единой кнопочки. Именно те кнопки с теми сетями, у кого есть договора с YouTube. Затем у меня вот есть новая запись, допустим. Потому что у меня 1000 подписчиков. У меня 1500. Я могу сделать запись в сообществе. Для этого, у кого есть все-таки это, ставите «собака», вставляете название и «опубликовать». То есть в сообществе YouTube ваш ролик тоже будут просматривать. Затем мы копируем в браузерной строке ссылку, копируем ее. И как вы думаете, куда мы идем? Естественно, в соцсети идем. Допустим, идем в ВКонтакты. И здесь, конечно, мы должны опубликовать это в группах. Нажимаем «Группы». Если вы не участники группы по YouTube или там какая-то другая у вас тема, спортивная тема или цветы, то здесь вы в поисковой строке пишете интересующую вас тему, допустим, спорт. И вот по спорту, видите, сколько? Вы подписываетесь во всех группах. Но меня интересует не спорт, меня интересует YouTube. Вот, и у меня выстроились, видите, сколько групп на YouTube. И нажимаете. Здесь, смотрите, очень внимательно читайте правила группы. Дело в том, что за несоблюдение правил можете получить жесткий бан. В основных группах нельзя писать, допустим. Ну, вообще, вы только размещать ссылки. Вы смотрите, читайте правила. И что люди пишут, как публикуют. Вот видите, начинающий ютубер в этой группе, то-то-то. Вы все это читаете, да? Вот, и смотрим.
Так, и теперь мы можем добавить запись свою. Здесь я смотрю с текстом. Значит, вы пишете продвижение ролика, роликов, продвижение роликов или увеличение подписной базы, увеличение подписной базы, базы на канал YouTube, на канал YouTube, и вставляем свою ссылку. Вставить ссылку можете использовать такую, а можете использовать, я вам ранее говорила, с кнопочкой есть еще, с кнопочкой. Так, допустим, берете ссылочку. Так, сейчас я ее найду. У меня отдельно она есть. Вот она, короткая ссылка моя. Могу ее. То есть люди, которые заходят посмотреть информацию, они вынуждены будут просто подписаться, потому что иначе не смогут открыть ваш ролик. Вставляю. Все. Отправляю. Далее. Обратно. Следующая группа. Нажимаем. Так. Связаться. Вы, если не подписаны, то подписывайтесь. Подписать немножко так. Здесь смотрите, люди как публикуют свои ролики. С подписью. Понятно. Предложить новость нажимаете. И здесь также пишите увеличение подписной базы. Базы на канале YouTube. На канале YouTube. И ставите свою ссылочку. Все, видите? Предложить новость. И так далее. Здесь понятно, да? То есть все группы проходите по вашей теме. Какую тему вы раскрываете, в те группы заходите. Это понятно. Теперь мы заходим таким же образом на Facebook. Так, на Facebook заходим. То есть здесь тоже вы пишете, вот я уже здесь писала. Так, допустим, YouTube вот. Так, значит, я подписана здесь. Здесь также вы можете размещать. Если не подписаны, подписывайтесь. Здесь можно добавлять друзей. Они все заинтересованы в канале YouTube. Так, далее. Еще находим. Вот ютубер. Я здесь была уже. Так. Продвижение на YouTube. Здесь можете посмотреть информацию. Здесь довольно-таки интересно все пишут. То же самое. Вы подписаны. Информация. Так, я еще здесь не могу писать, потому что только отправлен запрос, еще не утвердили меня. Когда меня утвердят, я смогу делать здесь публикации. То есть на канале YouTube делаем ту же работу, что и на соцсети ВКонтакте. Затем вы идете на свой канал YouTube. И вам нужно попасть в Google. Я захожу вот таким образом. Открываю почту, открываю приложение и захожу на свой Google. Здесь, как видите, открывается наш аккаунт.
находим сообщество. Сообщество. Вот видите, если у вас нет этих сообществ по Ютубу, ну, в данном случае у меня, вы можете здесь любое сообщество написать. Но я, для меня интересует YouTube, значит, я пишу YouTube. Или по-английски написать, или по-русски, неважно. Заходите на сообщество. Здесь я уже, видите, как бы дала объявление, дам еще раз. Я вот это вот скопирую. Еще раз дам это объявление, чтобы вы видели, как это делается. Вставить. Здесь сразу же вы можете опубликовать. Обязательно поставить плюс. Класс. Можете добавить комментарий. И ваше объявление пойдет. Пойдут просмотры. Так, обратно возвращаемся на сообщество. Следующее сообщество заходим. И то же самое. Хотим поделиться мы, да. Вставляем свою ссылку. Опубликовать. И смотрим, куда. Так. В обсуждение можем. Блогеры, вот в блогеры пойду. Все опубликовано. Также ставим плюс. И возвращаемся опять на свои сообщества. Следующее сообщество. Так же самое я свое объявление размещаю. Опубликовать. Так, опубликовала. Ставлю тут же плюс. Могу добавить комментарии какие-то. И пошло объявление на просмотры. Еще вам что я советую? Значит, четвертый совет. На этом мы можем закрыть. Это тоже закрыть. Зарегистрироваться на форумах. У вас наверняка есть какие-то форумы. Я покажу на примере форума Zismo, где можно оставить ссылку. Вы будете все свои новые ролики публиковать здесь. Ссылку на регистрацию я оставлю под видео. Вот этот сайт, сервис, форум, как угодно назовите, имеет вот такой вид. Когда вы пройдете элементарную регистрацию, вам нужно будет оформить все как положено. Вот нажимаете на настройки, допустим. Нет, сначала на профиль. Заполняйте профиль, фотографию размещайте свою, заполняйте, что вам здесь предлагают. Все-все заполняете. И настройки потом. Заходите в настройки. То же самое. Время. Галочки здесь ставите. Дату. Все заполняете. И, естественно, здесь сохраняете все это. Далее. Здесь просмотры на форуме считаются также просмотрами на YouTube. Они увеличатся за счет просмотров участников форума. После заполнения профиля вы заходите в кабинет в свой. Так, заходите на мои подписки. Так, мои подписки, мои публикации. На ваши публикации. Здесь вся аудитория форума будет просматривать ваш ролик. Естественно, автоматически они становятся вашими подписчиками. В левом верхнем углу Zismo нажимаете. И что вы видите? Опускайтесь немножко вниз. Социальные сети видите, да? Так, я выбираю YouTube. Вы можете любую сеть выбирать, какая вас интересует. И нажимаю. Как видите, в правом углу написано «Новая тема». Нажимаете «Новая тема», здесь указываете название, развитие YouTube, допустим, и здесь вы будете свой ролик размещать, копировать URL видео и написать здесь какие-то слова. Желаю успеха,
в продвижении. И размещайте свою публикацию. Вот предварительный просмотр идет. Вот, вот просмотр. И создать тему. Все, тему мы создали. Еще я вам что хочу сказать. Кому будет непонятно что-то, ну вы погуляйте по кабинету, посмотрите все, понажимайте все значения. Здесь много о чем можно узнать. Можете почитать, что пишут люди. Далее я вам хочу что. Понимаете, у кого не развит канал YouTube, допустим, если у меня есть 1500 подписчиков, уже есть почти, вот, то есть у меня уже идет, я иду к монетизации. У меня немножко осталось по времени добить этот момент, и у меня уже будет монетизация. То есть я, ну, сначала там $200, и все это будет со временем увеличиваться, ежемесячные поступления ваши. Вот. Ну, у кого, допустим, не 1500, а 20 человек, 400 человек, вы еще не достигли уровня, чтобы ваш канал YouTube был активным. Вот. Я вам могу предложить еще один сервис молодой. Молодой сервис видеобонус.клик. Это сравнительно молодой. Он родился в августе 2018 года и позволяет продвигать свое бизнес-предложение на многочисленную аудиторию. То есть на сей день уже более 14 тысяч человек просматривают ваше видео. Здесь можно смотреть видео и можно добавить видео. Вот, допустим, смотреть видео, вот они. Вы можете приглашать людей бесплатно на кликах зарабатывать. Потом они начинают проникаться к этому, и вы дадите правильную, верную информацию, посещать будут вебинары. И человек начинает понимать, что этот сервис очень даже ему нужен. Потому что, чтобы нарастить 14 тысяч подписчиков на канал YouTube, у некоторых могут пройти годы, если не пользоваться какими-то сервисами, какими-то платными услугами. И деньги немалые, в принципе, некоторые платят, чтобы развить канал YouTube. Здесь вы можете привлечь людей бесплатно. Здесь, ну, есть здесь и своя какая-то партнерская программа, недорогая она. Вот. Здесь можно добавить видео просто. Вот таким образом нажимаете. Здесь вы берете, допустим, ну вот этот, допустим, я хочу взять. Берете код. Так не получилось скопировать. Ох, не получается. Ладно, мы сделаем другим образом. Вот таким. Ставим и здесь уже возьмем код. После наклонной палочки, видите? Беру код, копирую его. И в видеобонусе вот здесь ставлю код. Вставляю код. Количество просмотров, допустим. Время просмотра, рассчитываю стоимость. Здесь стоимость зависит от вашей активности, конечно, но она значительно стоит меньше, чем на общеизвестных серверах. Вот. И просмотры ваши будут увеличиваться. Будут увеличиваться просмотры, и, естественно, будет увеличиваться количество ваших подписчиков. То есть я ссылку на сервис дам под роликом. Здесь, значит, есть своя партнерская программа, значит, где вы сможете зарабатывать по 10 тысяч регулярно. И, естественно, приглашая людей бесплатно работать на кликах, то же самое, вам будут падать денежки. Денежки будут падать вот сюда, монеты, видите? У меня тоже есть вот здесь, так, личная группа. Вот видите, у меня с рекламы люди и бесплатники пришли, и так у каждого.
То есть это имейте в виду как дополнительный и очень эффективный сервис современный. Будете получать уникальные знания от президента. И каждому по карману, в принципе, зарегистрироваться здесь именно и продвигать свое бизнес-предложение любое. Независимо от какой компании. Там, видите, смотреть видео, допустим, как видите, тут все что угодно рекламируют. Кто во что горазд. 14 тысяч человек просматривают эти ролики. Вот, в принципе, я информацию, которую хотела вам сегодня дать, отдала. Поэтому я желаю всем успеха в продвижении, в развитии, тысячи подписчиков, чтобы продажи ваши выросли в разы. Значит, здоровья вам, благосостояния хорошего. Поэтому, если кому-то полезно мое видео, интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, оставляйте комментарии и до новых встреч, друзья! Только через знания приходит успех.